Евразия. Крупнейший континент мира. Около 10 тысяч километров от Тихого до Атлантического океана. Внушительное расстояние даже в наше время. И все же, благодаря предприимчивости людей, это расстояние было пройдено и обрело имя. Шелковый путь. Удивительно прибыльный маршрут торговли. И не только. Тысячи лет экзотические товары, новые технологии, армии завоевателей и гениальные идеи шли по великому шелковому пути. Шелковый путь помогал строить империи и разрушать их. Он раздувал пламя революций, вел к великим открытиям и ковал прочные связи между людьми далеких стран. Шелковый путь дал людям осознать, что там, в других краях, тоже люди. Он позволил Востоку и Западу взглянуть друг на друга. Это рассказ о том, что торговый шелковый путь дарил людям больше, чем богатство. Это эпос о том, как шелковый путь помог создать мир, породивший нас. Шелковый путь между Востоком и Западом.